Залог. Однажды к Мале пришли несколько гостей. Жена спросила Мала, что нам делать? «А что будем делать?» – ответила жена. «У нас есть яйца и масло, сделаем яичницу и подадим им». Жена приготовила яичницу и принесла гостям. Один из них сказал, «Как было бы хорошо, если бы нашлось немного кислого молока». Мала поднялся, вышел на кухню и сказал жене, «Жена, гости хотят кислого молока, что нам делать?» «Что будем делать?» – ответила жена. «Пошлем к бакалейщику и возьмем под залог кислого молока, а когда будут деньги, выкупим заложенную вещь. Не оставим же мы наших гостей недовольными». Мала послал залог и, получив кислое молоко, подал его гостям. Гости наелись, и один из них сказал, «Тот гость хорош, кто бывает доволен тем, что найдется в доме у хозяина и не заставляет его брать что-нибудь в долг. Для такого гостя еда всегда найдется. Мы тоже поели то, что было в доме. Поэтому Аллах не оставил нас и прислал, что покушать. И вы хорошие гости, и Аллах у вас хороший. Плохо только, что наш залог попал к бакалейщику», — сказал Аллах.